Отражение быта, настроение, культуры – все это народный танец. Именно это направление в танце считается самым сложным. Вот уже 14 лет с ним легко справляется народный ансамбль песни и танца «Пушкарт». Раз, два, три, четыре, поклон, раз, два, три, четыре. Традиционный поклон и занятие начинается. Сейчас воспитанники Малокрачкинской школы оттачивают движение татарского народного танца. Его ребята выучили за 2 месяца. Каждый из них знает основные элементы танцев разных народов мира. А все потому, что их преподаватель Роза Васильева – фанат танца в лучшем смысле этого слова. Все мне нравятся народные танцы. Потому что у каждого народа своя культура, свой язык. Свои костюмы. Я живу в Чувашии. Хочется подробно узнать вот этот чувашский язык, чувашские обряды, чувашские традиции, чтобы наши дети не забывали про своих предков. Роза Васильева преподает народные танцы вот уже 20 лет. Она одновременно руководит танцевальным направлением Малокрачкинской школы. Школа искусств Ядрина ставит номера народному ансамблю песни и танца «Пушкарт». Благодаря ей танцует все село. Кстати, и сама Роза Калистратовна не отстает от своих учеников и вместе с ними выходит на сцену. Очень нравится мне учиться у Розы Калистратовны. Когда я выхожу на сцену, я очень волнуюсь, но я начинаю улыбаться, и все проходит. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь танцевать, потому что это ему точно пригодится в жизни. Этих ребят знает весь Ядринский район. Ни один праздник не проходит без их участия. Знакомы с юными талантами и в Чувашии, и в России. Участники коллектива часто выступают на различных всероссийских конкурсах и фестивалях. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Валерий Резюков. Республика.